Елена Викторовна, вам бы было очень легко, если вы, конечно, готовы сегодня. Если вы не готовы сегодня, по-честному нужно сказать, Алексей Геннадьевич перенесет на потом. Сколько конкретно каждая федерация подала? Сколько попало? Почему попали? Результат. А дальше придется ответить и на другой вопрос. Как мне шепчут. А почему пейнтбол в пазике, а футболист в Мерседесе? Так вот, если в Мерседесе мизер из бюджета, а остальное свои или привлеченные, это одно. А вот если нет, то грош цена критерия. Вы готовы вот так построить разговор, чтобы Чуфарев вместо вас не додумывал? Готовы привести эти факты? И если нет, готовиться, перенести совещание и четко рассказать. Вы же прозрачно работаете, правда? У вас целое будущее впереди. Мы готовы такой разговор провести? Сейчас привести конкретно цифр, сколько подано мероприятий и сколько... Сколько подали скалолазы и сколько попало? Я не готова такие цифры сейчас привести. Так вот это должно звучать. Что нам скрывать? Что нам скрывать? Вы об этом говорите. Понимаете? Чтобы вместо нас не додумывали. По-честному скажите, готовы вести такой разговор? Или нужно прекратить и готовиться к следующей встрече? Я не готова вести разговор, потому что такой задачи поставлено не было.